Добро пожаловать в YouTube канал. Мы сегодня будем готовить печенье на завтрак, на полдень, на любое время, когда чай пьем. Печенье с орехами. Очень удобно и очень быстро готовится и для детей, для взрослых, для семьи. Очень вкусное получается. Я вот все расскажу. Они такие хрустящие, рассыпчатые. Берем растолченные земляные орехи, растолченные грецкие орехи. По 100 грамм я взяла. 100 грамм маргарина растопила. 100 грамм сахара, песка. Одну ложку корицу и одну десертную ложку разрыхлителя. И яйцо одно, и одну чашку муки. Вот мы начинаем месить наше тесто для того, чтобы готовить печенье. Яйцо размешаем, наливаем 100 грамм маргарина или сливочного масла, какой вы любите. Я положила маргарин «Чидрое лето», сейчас насыпала 100 грамм сахара, чайную ложку корицы и одну десертную ложку разрыхлителя. Вот положила растолченные земляные орехи и грецкие орехи. Здесь все по 100 грамм. Сейчас мы размешаем нашу смесь, в которую мы все положили, и ложим одну чашку муки. Сейчас первую сейчас вводим и помешаем хорошо, и остатки. Вот они не такие уже густые и не такие жидкие. Руками не будем, будем брать вот так ложкой, как получится, как шарикой, любое. Вот так положите, ложку немножко надо будет мочить. Тесто масляное, она не очень-то прилипается, но ложкой, чтобы она воздушнее получается. Все вот так мы положим. Здесь у нас поместится 12 штук. И поставим духовку нагретую 180 градусов на 15 минут. Когда они будут готовые, я немножко надавила стаканом, вот как что печенье получилось, видите следы, одно стакана я придавила немножко. Они очень получились хрустящие, очень вкусные, и вам понравится, если поставьте лайк. Приятного вам аппетита, здоровья, удачи, успехов. Если вдруг что-то не сказала, я все внизу напишу.